Мы славно потрудились и славно отдохнем. В Черкесске прошел праздник открытия летних лагерей. Праздничную программу подготовили учащиеся 5-й гимназии республиканской столицы. Подробности у Али Баташева. Мы ждали этого с вами целый год. Я желаю вам море эмоций, фантастических идей, новых знакомств и массу интересных впечатлений. А мы с воспитателями постараемся организовать вам достойный и, главное, безопасный досуг. Аплодисменты! Наш лагерь открывается! Хорошо учились и узнаем новые игры и проведем мы хорошо лето и поедем на море. Быть в лагере со своими друзьями, поиграть в разные игры и... А какие игры у тебя любимые, вот расскажи, на свежем воздухе? Можно поиграть в догонялки, прятки. С мячом, да, много с мячом. Игр?